Был рассветный час, когда судно «Сунгари» вошло в Авачинскую бухту, миновав узкий пролив, стиснутый песчаной косой, и очутилось в уютном ковше внутренней гавани. Взор открылся Петропавловск. Одна единственная улица с двумя церквями и пятью кабаками. Домишки и сараи карабкались по склонам холмов все выше. На крышах еще лежал снег. Петропавловск досматривал приятные сны. Так, ща мы их разбудим. Сунгари издал протяжный рев, на который все собаки, а их в городе было немало, ответили бесшабашным лаем. Город проснулся. К пристани сбегались в попыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом году пароход, приплывший из теплых краев, где давно отцвела пахучая вишня. Матрос шмякнул с высоты борта на доски пристани тяжелый кожаный мешок. Политучка! Политучкой здесь называли почту. Нового начальника никто не встречал. Так и надо. Ведь телеграфа здесь не было, и никто на Камчатке не знал о его приезде. Приехал, ну и без с тобой. Видали мы таких. Соломину досталось от предшественника 47 тысяч казенных рублей, которые были заперты в сейфе. Страшная неразбериха бумаг в канцелярском шкафу и сетка от москитов. Через день он в своем столе обнаружил еще недоеденный кусок засохшего пирога со следами зубов покойного Ашуркова. Вот и все. Андрей Петрович решил не снимать квартиру в городе, а занял две казенные комнатушки, что примыкали к канцелярии уездного управления. Напротив же присутствия размещалась винная лавка. И там до утра черти окаянные заводили граммофон. Чтоб вы треснули со своей цивилизацией. Зачем я, дурак, согласился ехать в эту дыру? Петропавловск расположен на той широте, на которой лежит Оренбург, Саратов, Чернигов, Варшава и Лондон. Но разве найдется смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучей жизнью этих городов? Соломин впал в глухое оцепенение, никак не свойственное ему. Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и серых пакгаузов. Вызывали содрогание дома обывателей, давно бы упавшие на бок, если бы их с гениальной сообразительностью не подперли бы бревнами. Будь Соломин алкоголиком или ханжой, его, наверное, умилил бы ухоженный вид кабаков и храмов божьих. Эти строения резко выделялись на общем мерзостном фоне запустения. Но в этот фон удивительно вписывались и памятники командору Берингу, уплывшему с Камчатки к берегам Америки, и геройским защитникам Петропавловска в Крымской кампании, когда жители отразили нападение англо-французской эскадры. Камчатка, как это ни странно, имела славное боевое прошлое. Утром он занял место в канцелярии присутствия. Свое недоумение он выразил пожилому чиновнику канцелярии Блинову. Блинов, опрятный чинуша, вызвал у Соломина симпатию. Странно. Когда во времена Екатерины в Петропавловск приплыл Лаперус, жители дали в его честь бал, самый настоящий, с пальбой из пушек и музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал, но со мной никто даже толком не поздоровался. Лаперус тут ни при чем. Вот бывало, не успеешь имя, отчество начальника затвердить, как вдруг бац,
Его на материк шлют нового. А новый-то приплыл, наорал на всех, так что мы обкламшись ходим. Потом соболей чемодана два нахапал и туда же яблоки кушать. А мы тут загораем, так еще подумаешь, стоит ли здороваться. Но покойный Ашурков долго у вас пробыл? Знал, с кем дружбу-то водить. С кем же? Да хотя бы с купцом Растригиным, чем плохо. А чем хорош? Да тем и хорош, что плохо. Мимо него ни одна чернобурка на аукцион не проскочит. Извольте знать, сударь, что на Дальнем Востоке нет Мюра и Мерилиза, как в Москве. Нет и Елисеева, как в Петербурге. Зато есть Кунст и Альберс во Владивостоке. А эти магазинщики понимают, сколько шкур спускать с нашей Камчатки. Так, один факт есть. Пойдем дальше. Ну, а чем знаменит Папа Попадаки? О, Папа Попадаки. Этот по бобрам ударяет. Чикагские господа уж очень до наших бобров охочи. Папа и семью в Чикаго держит. Господин Блинов, вы, я вижу, человек прямой. Ну? Ведь не может быть, чтобы вас такое положение устраивало. Эх, а кому здесь надобно мое мнение-то? Да и что толку, если я, расхрабрившись, писк издам? Тот же Растригин с папочкой меня будто клопа на стенке распнут. Вот потому и молчу. Я, сударь, уже 20 лет без передыха вот тут корячусь. И все ради сына. Вот когда он выйдет в переводчики при посольствах на Востоке, ну, при дипломатах, вот тогда пискну. А где ваш сын учится? Сережа-то? Угу. Сережа же на третьем курсе в Институте восточных языков во Владивостоке. Не шутка. А на каком факультете? На японском. Вот жду. Обещал навестить. Поразмыслив, Соломин сказал, что надеется избавить камчедалов от засилия местных торгашей. Меховой аукцион будет проводиться честно. Вот был тут один такой, так же вот рассуждал. И что же с ним потом стало? Да так, ничего особенного. С ума сошел. Угу. Когда его увозили на материк, он за каждый забор цеплялся, кричал и клялся, что он этого дела так не оставит. Матросы его сердечного от Камчатки-то вместе с доской отклеили. Вот с тем и уехал. А где он сейчас? Вылечился? Сейчас он в Петербурге, тайный советник, департаментом государственных доходов ведает. Такому-то чего не жить. Это смешно. Смешно. Словно почуяв, что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка Сотина явился сдать ему эти дела. Соломин ожидал встретить ражего дядьку с бородой до пупа и шевронами за выслугу лет до самого локтя, а перед ним предстал бойкий казак лет 30 со смышленным лицом. Ты где шлялся эти дни, не являясь ко мне? А, на собаках смотался к Охотскому морю, до деревни Явино. Там недавно пропал почтальон, упряжка вернулась, а нарты пустые. Был человек, нет человека. Да приходи к ума любоваться. Помня о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника Камчатки и зная, что в Петропавловске немало противников урядника, Соломин сменил гнев на милость. Ну, садись, узурпатор окаянный. Сейчас я мока заварю. Ты когда-нибудь мока пил? А как же? Где? Конечно, в Сингапуре. В Сингапуре. Бывал я и в Японии. Жить, не спорю, и там можно. Но уж больно у них комары дикие. Летают стервы понизу, и ровно гадюки хватают за ноги.
Жрут так, что ж нас слыхать, как они чавкают. Пришлось удивиться и признать, что урядник человек бывалый. Во рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб. А это мне в Шанхае оставляли. А за крестом куда ты ездил? Это мне за китайцев дали. Ну, слыхали чай о боксерах? Они несколько дней подряд Благовещенск из-за мура пушками обстреливали. Вот с ними и дрался. Ну, не боксеры ли тебе и зубы выставили? Нет, наш Харунжий выставил. Я сапоги с вечера забыл наярить, а он заметил. Как врежет, ну, аж на вся конюшня ходуном заходила. Сапоги, доложил он мне, надо бы начистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Так, Михаил, познакомились, значит. Теперь к делу. Дай ключ от сейфа. Ну да, что? Да помню, что таскал его на груди, вроде Гайтан Божьего. На ключ, можно сказать, молился, а вот его не стало. Неужели посеял? Ах, хочу бить, и выходит, что посеял. Слесари в городе есть? Да уж мы всяко. Гвоздем ковыряли, шилом. Не открывается. Правда, один способ я знаю. Способ уж проверенный. У нас в казачьей дивизии, когда казначей запил, тоже ключ от сейфа потеряли. Но мы не растерялись. Быстро пороху в замок насыпали, фитилек подпалили, потом все по канавам разбежались и крепко зажмурились. Тут как рвануло до небес. И пришла кума любоваться. Это не способ. За такой способ меня выкинут в отставку без права на пенсию. Как же я стану управляться с Камчаткой без копейки казенных денег? А? Скоро аукцион. Сразу разбогатеете. Ручаешься, что в этом проклятом сейфе 47 тысяч? Так точно. С копейками. Ну, ладно. Верю. Считай, что казну я принял. Соломин велел построить вооруженные силы славного камчатского гарнизона. Он сказал об этом без юмора. А Мишка Сотенный тоже без юмора построил их моментально. Гарнизон Петропавловска составляли 9 казаков, в числе которых двое были еще школьниками, а трое безнадежными инвалидами. Итого, к бою готовы 4 верных бойца. Как же вы тут управляетесь с Камчаткой? А что нам? До Кутузки пьяного дотащить, так мне гарнизону хватает. Карцер в порядке? Приходи, кума, любоваться. Сидит там кто-нибудь сейчас? Не без этого. Даже обязательно. Пойдем, покажешь. Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотровому отверстию. Чего смотришь-то? Ха. Ну, смотри. Смотри. Смотри, 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 смотри. Туй! И в тот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко посланный изнутри камеры. Сотенный с бранью отодвинул засов, а брюзглый господин в коверкотовом пальто и галошах сделал Соломину медвежье реверанс. Извините, сударь, что плюнул, не подумав. Я ведь решил, что это Мишка меня озирает. А Мишка – это самозванец хуже вора Гришки Отрепьева. Это он. Это он, лже-Михаил. Власть над Камчаткою у закона гнусно похитил. Михаил. Да? Это кто? Это наш Неякин. Ну, тот самый, что вот у покойного Ашуркова в помощниках бегал. От службы в уездном правлении вы давно отстранены. Так чего же вы околачиваетесь на Камчатке? Кроме того, на вас заведено дело, и вы обязаны предстать во Владивостоке перед судом. Прошу с первым же пароходом покинуть Петропавловск.
Да какой же олух сам себя на суд отвозит? Ежели я суду надобен, так пускай он сюда приезжает и судит меня. За что вы посажены в карцер? А я разве знаю? Ах ты! Да за роялью сидит. У нас в школе рояля была едина на всю Камчатку. Так он с приятелем среди ночи давай эту роялью на улицу выпирать. Я всякое в жизни видел, но такого зверского обращения с музыкой еще не видывал. Они ее, эту несчастную роялью, сбоку, на бок, по снегу дебачили, будто сундук какой! Из карцера его выпустить. Сволочи! Выпустить из карцера! Слушай. И чтобы вы с первым же пароходом убирались во Владивосток. А ты не учи меня, щенок. Пошли. А этот хам Нахалович нормален ли? Тут все пока трезвые, нормальные. Вы с этой гнидой поосторожнее. Ниякин напакостить может, потом лопатой не отскребешь. Он же прихлебатель у нашего Растригина. Это что? А, протокол. Я не хотел говорить у карцера. Дело такое. Ниякин замешан в ограблении имущества умершего зимой купца Русакова. А вот и показания родственников, которые уже обвылись, а Ниякин добром украденной не отдает. Просто уголовщина. А ведь такой вот Ниякин занимал высокий пост. Он мог бы стать и моим заместителем. Мог бы. Потому я и действовал как самозванец. Сразу, когда Ашурка в пятки-то раскинул, я все бумаги опечатал. Казне караул представил и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого прохиндея до дел камчатских не допущу. Правильно сделал. Молодец. Этот толковый парень нравился ему все больше и больше. И сейчас Соломин даже пожалел, что сгоряча перешел с ним на «ты». Урядник заслуживал уважения. Начнем с маленького, чтобы потом взяться и за большое. Ты, Миша, опись имущества покойного Шуркова составил? Да не. А надо бы. Пойдем и сразу покончим с этой ерундой. Пойдем. Описывая имущество в доме покойника, случайно обнаружили шкуры морских бобров. Сотин повертел их в руках, дунул на мех, чтобы определить глубину подшерстка. Ишь ты! Это бобер. Это бобер в смысле лопатка. Точно. Одно не пойму. На лопатке лежбище охраняет особая команда. Каждому бобру ведется табель, а когда с бобра шкуру спустят, ее представляют в казну при особом рапорте. Да, приходи к ума любоваться. Врачебный инспектор Бронский в прошлую навигацию тоже вывез с Камчатки сразу трех бобров, не заприходованных в аукционных листах. Да, тут ежели в сундуках покопаться, так много чего сыщешь. Чернобурки, песцы, соболи, первый сорт. Чернобурок-то на Камчатке уж малость повыбили, но зато их на Карагинском острове еще хватает. Это я знаю. О. Командоры были родиной голубого песца, а Карагинский остров считался в России естественным питомником чернобурых лисиц. Сколько стоит мех одной чернобурки? У нас? Да, в местных условиях. Ну, по совести, больше сотни. А в Америке уже за $1000. Ну, конечно, я не продавал, но так мне сказывали. А за сколько рублей они идут с рук на Камчатке? А, за червонец у наших дикарей можно сторговать. В Хабаровске на эти деньги можно купить 2 лимона. Соломин тут же отправил Политучку во Владивосток на имя генерала Кулюбакина, чтобы у медицинского инспектора Бронского конфисковали вывезенных бобров. Новый камчатский начальник
знал катастрофическое положение на лежбищах, где раньше добывали в год 1500 бобров, а сейчас от силы штук 30. Еще недавно котиков набивали до 100 000 особей, но после набегов американцев их стали добывать всего 3-4 000. Мимо присутствия, нежно обнявшись, проследовали в винную лавку дорогие друзья Растригин и папа Пападаки. Опять изо всех окошек трактира, словно через дырки дуршлага, тягуче вытекала уже хорошо знакомая. Будущее имеют страны, у которых есть прошлое. Прошлое – это ведь тоже богатство, почти материальное, и оно переходит к потомкам вроде фамильного наследства. На вулканическом пепле цветущих долин Камчатки, как на срезе старого дерева, четко отслоились три исторические эпохи. 17 век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи с казаками-землепроходцами. 18-е столетие оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, искавших здесь вольной жизни. 19 век подарил Камчатке русских переселенцев, которые в обмен на освобождение от рекрутчины избрали себе отдаленное житие среди вулканов и гейзеров. А вслед за тамбовцами и ярославцами сюда потянулись и коренные сибиряки. Из прочного сплава пришлых россиян с местными жителями образовался новый тип – камчедал. Язык камчедалов русский, но сильно искажен местным выговором. Камчатка знавала и веселые времена. Когда-то здесь шумела полнокровная жизнь. Гавань оживляли корабли, в городе размещался большой гарнизон с артиллерией, население почти сплошь было грамотно. Всю зиму Петропавловск играл пышные свадьбы. Камчатка считалась тогда наилучшим трамплином для связи России с ее владениями в Америке. И лишь когда Аляску продали не за понюх табаку, камчатская жизнь заглохла сама по себе. Одни уехали, другие повымерли. Казалось, что сановный Петербург раз и навсегда поставил крест на Камчатке, как на земле бесплодной и ненужной. Все богатства полуострова и омывавших его морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам. Андрей Петрович, стоя возле окна, долго смотрел вдоль унылой улицы, такой пустынной, что брала оторы. А жизнь-то кипит. Да? Да помилуйте, сейчас ведь на Камчатке вроде ярмарки. Лето самое веселое время. Смотрите, вот и корабли заходят, и полно приезжих, и газеты читаем, и письма пишем. Вообще-то Блинов прав. За кажущейся притихлостью царила подпольная суета-сует. Между обывательских домов Петропавловска шныряли наезжие иностранцы, чающие купить пушнины из-под полы еще до открытия аукциона. Соломин в эти дни случайно повстречал и того американца, с которым плыл на Сунгаре. Вам удалось поживиться мехом? Никак. Я не думал, что это так сложно. Ведь у нас в Америке о Камчатке ходят легенды, будто здесь лисицами и соболями высланы мостовые. Вы разве приехали сюда не от фирмы? Какая там фирма? Я не богатый служащий скромного офиса. Всю жизнь моя жена мечтала о хорошей шубе, какие носят богатые дамы. Мы подсчитали, что даже с поездкой сюда шуба обойдется нам в 40 раз дешевле, нежели мы стали покупать ее у себя дома. У вашей жены будет шуба, отличная шуба.
И скоро? Я немножко еще придержу открытие аукциона. Вы только не кидайтесь в споры, а переждите, когда страсти поутихнут. Хорошо? Благодарю вас. Кто это такой? Небогатый человек и, кажется, порядочный. Ему не меха нужны. Одна шуба. Наберет на манто и уедет. Пускай. Ему до сих пор многое было неясно в механике аукционной продажи. Он понимал, что тут не все чисто, но не мог разобраться, где кончается торговля и начинается открытый грабеж. Ведь если вдуматься, прибыль от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников инородцев. Именно они поставляют столицам мира нежно-искристую, легчайшую красоту манто, горжеток, палантинов, муфт и буа, украшающих женщин лучше всяких драгоценностей. Соломин попросил Блинова подсказать ему, как удобнее обойти спекулянтов при аукционе. Блинов не стал щадить петропавловских богатеев. Он честно раскрыл их крапленные карты. Аукцион ясачных соболей искони веков производится в тесной компании камчатских торгующих. Причем цены за соболей всегда держались заниженные. Так. Далеко не вся пушнина, собранная в ясак, предъявлялась на аукцион. Угу. Иные звери продавались как-то так, что от них не оставалось следа. Дело это сложное. Растригин и папа, вам с ними лучше не тягаться. Но если хотите жить спокойным, примите от них положенное и закройте глаза на все, что творится. Положенное – это взятка. Взятка. Но я взяток не беру. Так, да уж лучше взять, чтобы потом не мучиться. Поначалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слово «ясак». Начинался век технического прогресса, а здесь, на Камчатке, еще драли ясак с населения, будто не кончились времена Мамая и Тохтамыш. Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ, которым и открыл ясачные кладовые. При этом даже зажмурился. Горы лежали перед ним. Горы мягкой и волшебной красоты, которую собрала пушистая и нежная Камчатка. Он снова закрыл двери и засургучил их печатью. А перед самым открытием аукциона надо нанести удар по винной торговле, по самому больному месту. Согласно законодательству Российской империи, завоз спирта на Камчатку, как страну инородческую, был неукоснительно запрещен. Наяву же здесь протекали хмельные реки. Спирт завозился из Америки, и Соломин не имел права выпустить его на землю, хотя он чуял, что тут не обошлось без Камчатского торгово-промыслового общества. На складах Петропавловска обнаружились колоссальные запасы алкоголя в самых различных вместимостях, от мизерных сосок, то есть соток, вплоть до необъятных бочек. А перед главным кабаком Петропавловска площадь была вымощена пустыми бутылками. Несколько поколений виноторговцев закапали у бутылки донышками кверху. Образовалась уникальнейшая мостовая, какой не было нигде в мире. Сейчас поверх этого паркета лежал в блаженстве все тот же отставной чинодрал Неякин, которого давно устали ждать судьи Владивостока. Соломин велел оттащить Неякина в карцер. Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у продавцов патент на винную торговлю, о чем сразу же оповестил начальство. Андрей Петрович, а вы прежде с Растригиным-то столковались? А о чем толковать мне с ним? Так неужто даже товар нашим не показали? Увидят его лишь сейчас. Приходи к ума любоваться.
В этом и заключалась его стратегия. А вести аукцион Соломину просил школьного учителя, и тот согласился. С меня как с гуся вода. В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион. Торг проходил в пустых классах школы, где расставили скамейки для публики. В самый последний момент Соломин был ошарашен непониманием двух слов местного диалекта. Учтите, здесь не только хвост, здесь продается и головка. Хвост – это худшие сорта пушнины, которые всегда выставлялась на аукцион. А головка – лучшие сорта, которые раньше камчатские начальники позволяли продавать подпольно, за что и получали с купцов солидные вознаграждения. Но теперь этот фокус не прошел. И я видел алчное беспокойство в рядах местных скупщиков и перекупщиков. Соломин заранее предупредил учителя, чтоб тот, ведя азартную игру аукциона, нарочно взвинчивал цены. Все было так, как и предвидел Соломин, перехвативший инициативу торга в казенные руки. Давай, начинайте это делать. Не тяни, в конце концов, это делать. Ну что ж ты такой? Будем начинать. Нехорошо все это, не по-божески. Учитель растряс в руках дивную чернобурку такой красоты, что иностранцы издали стон, а представитель одной бельгийской фирмы начал нетерпеливо елозить ногами по полу. А лисица полыхала дивным смоляным огнем волшебного подшерстка. А вот еще лисичка чернобурочка. Кошка дохлая. Нашли, что показывать этой штукой в сенях мусорные стены. Да убей меня, Бог, даже червонца жаль за такую паду. Но жажда местной наживы заглушалась жажда наживы более широкой, уже международной. И заезжие иностранцы, увидев в этом году такой великолепный товар, стали круто поднимать ставки. Неумолимо разрушая все козни спекулянтов, стучал молоток в руке вдохновенного педагога. 80 раз. Кто больше? 90. 90 раз. 92. 90. 200. Соломин демонстративно выхватил бумажник, хлестнул по столу двумя сотенными екатеринками. Карагинская чернобурка пошла с молотка за 220 рублей. И Соломин сложил свои деньги обратно в бумажник. Иногда за редкие экземпляры цены взбегали до 300 рублей, даже выше. Соломина нисколько не смущало, что меха Камчатки попадали в руки иностранцев. Торг есть торг, и в нем существенно только прибыль. Но теперь, когда Растригин и папа Попадаки были выбиты из игры, денежная прибыль, минуя их кошельки, поступала в кубышку инородческого капитала Камчатского уезда. Конечно, стерпеть этого купцы не могли. Да мы никакие православные. Да ну все, Господи, да все же было у нас наять, а теперь никто не знает, что будет. Господи,
хвост вообще с головкой куда-то за океан сбагрились, а нас обидели, будто мы нехристи какие. Пошли, ребята! Растригин ринулся в двери, увлекая за собой на улице и всех остальных перекупщиков. Продолжайте аукцион. В окно он проследил, как Растригин, размахивая руками, уводил приятеля в ближайший кабак. Но через минуту выскочили оттуда, словно ошпаренные. Вином больше не торговали, и это привело камчатских крезов в ярость. Большой толпой они проплыли мимо школы. Блинов под азартные вопли аукционеров сказал: «Вы даже не знаете, сколько обрели врагов». «Я знаю, что их много. Моя жена будет очень довольна. Очень. Я очень рад за вас. Рад». «Миша! Продажа ясачной пушнины с торгов дала прибыль 17 тысяч рублей. Матушки, так это ж в 6 раз больше обычной выручки. Именно, а? Именно. Ну, приходи, кума, любоваться». Он был рад, что может избавить жителей Камчатки от грабежа, который давно уже стал традицией. Соломин сразу же велел произвести из этих денег оплату инородцами налоговой повинности, а остальные деньги тут же переправил во Владивосток на имя губернатора с реестром товаров, необходимых для жизни тех же инородцев. Петропавловск зажил нервной и судорожной жизнью. Купцы всюду жаловались. Скупщиков поддерживали виноторговцы. До расстановки запятых было не так уж далеко.